При нарушении соотношения в составе крови плазмы, эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, кровь начинает сгущаться и повышается вероятность тромбоза. Насколько опасны тромбы в сосудистой системе, мы говорить не будем. Напомним только, что их присутствие увеличивает риск преждевременной смерти. Ученые установили, что корректировка своего питания поможет восстановить биохимический состав крови, сбалансировать его и разжижать густую кровь. В этом видео мы разберем топ-3 самых полезных фрукта, которые помогут справиться с профилактикой тромбоза. Прежде всего, надо знать, что вязкость крови будет зависеть более чем от 30 разных факторов, но неправильное питание и правда увеличивает густоту этой крови. Самыми распространенными причинами являются наличие в избытке углеводной пищи, повышающей содержание сахара, нехватка минералов и витаминов, из-за чего будет нарушена работа гормональной системы, шлаки в кишечнике, из-за чего человек не может усваивать достаточное количество воды, высокое содержание гемоглобина, гиперфункция селезенки, что провоцируется избытком витамина С и углеводов. Иногда недолгое загустение крови может быть вызвано пищевым отравлением или повышением содержания натрия в плазме, но постоянное такое состояние – это настоящая проблема, от которой нужно избавиться. Мы советуем включить в рацион фрукты-антикоагулянты, которые содержат витамины С и Е, фолиевую кислоту и другие микроэлементы. Какие это фрукты? Бананы. Чрезмерное количество бананов может повысить густоту крови из-за содержания быстрых углеводов, но они содержат огромное количество фолиевой кислоты, которая помогает разжижать кровь и нормализует ее густоту. Киви – это один из ценнейших природных источников витамина С и витамина Е. Его в киви больше, чем в ежевике. Киви можно кушать практически в неограниченных количествах, не опасаясь, что можно превысить норму содержания витамина С в организме. Помело. В этом уникальном фрукте содержится масса витамина Е, солей и полезных минералов. Но самое важное, что он на 90% состоит из воды, в которой растворены простые электролиты. Они быстро усваиваются организмом и очень быстро нормализуют состав крови, разжижая ее структуру и предотвращая появление тромбов. Кушайте фрукты как можно больше, откажитесь от жирной, жареной и копченой пищи, и ваши сосуды надежно будут транспортировать кровь по организму долгие годы до глубокой старости.